Это 4 самых важных, эпичных и красивых побед за всю историю SummerSlam. Рэнди Ортон – победа над Крисом Бенуа. На летнем броске 2004 года прошел важный матч для молодого и перспективного Рэнди Ортона. Шоу проходило в Канаде, и, естественно, фанаты поддерживали своего земляка. Но после того, как Крис проиграл свой титул, люди в зале вполне радостно отнеслись к этому. Рестлеры провели замечательный поединок, и после RKO Крис Бенуа был удержан. Рэнди Ортон поставил рекорд, став самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе за всю историю. Мейн-эвент удался на славу, рестлеры пожали друг другу руки, и все остались довольны. Британский бульдог. Победа над Бретом Хартом. В 1992 году в Англии прошло очередное ежегодное шоу SummerSlam, где был поставлен рекорд по посещаемости. И в мейн-эвенте прошел матч за интерконтинентальный титул. Бретт Харт против британского бульдога. Вообще как-то странно видеть, как главное шоу лета закрывает матч за интерконтинентальный титул. Ведь в карде есть поединок с громкими именами. Последний воин против Рэнди Сэвиджа в матче за титул чемпиона WWF. Нет, я не жалуюсь ни в коем случае, ведь матч Харта и Бульдога – это что-то с чем-то. Великолепное исполнение и, конечно же, концовка. Британский Бульдог сумел одержать победу над канадским убийцей и стать новым чемпионом. Это был великолепный и запоминающийся момент. Дэниел Брайан. Победа над Джоном Синой. В 2013 году вышло очень качественное шоу, где мы увидели два потрясающих матча. Но мы поговорим о самом главном матче, где титул чемпиона WWE стоял на кону. Дэниел Брайан стал невероятно популярным рестлером, и руководство не могло обойти его стороной. Дэниел раз за разом демонстрировал великолепные матчи, и Джон Сина выбрал Дэниела как своего соперника на SummerSlam. Американский дракон побеждает Джона Сину в абсолютно честном матче и становится впервые в своей карьере чемпионом WWE. Наконец-то это закончилось, Дэниел Брайан стал чемпионом. Нет, это не конец, это лишь начало. Нашелся человек, который испортил триумф Дэниела. Но как бы там ни было, Дэниел Брайан провел потрясающий бой, и по-настоящему это была заслуженная и красивая победа. Брок Леснер. Победа над Роком. Это была смена поколений. Великий решил отойти от дел в прорестлинге и заняться съемками в фильмах. А Брок Леснер — это новое поколение, талантливый, перспективный рестлер. И в 2002 году в мейн-эвенте мы увидели столкновение двух рестлеров с большими, громкими именами. И в хорошем матче победу одержал Брок Леснер, став самым молодым чемпионом WWE в истории. Это была действительно громкая победа. Очень мощное продвижение получил Брок Леснер. Подобное повторить практически нереально. Только что ты дебютировал и сразу в чемпионы. А, ну да. Посмотрим. А вы только что посмотрели мой список самых красивых и важных побед за всю историю SummerSlam. Есть что добавить, так пиши в комментариях. Но у меня на этом все. Если найдутся такие люди, которым понравилось это видео, то поставьте лайк, если не жалко. Хочешь быть охренительно умным, тогда подпишись на паблик World Wrestling History и смотри рейсинг 90-х годов русской озвучки и в высочайшем качестве. Все для тебя. Если ты до сих пор не подписался на WWE блог, то ты самый настоящий грешник. Подпишись немедленно, а потом сходи в церковь. Всем пока и удачи!